Открываем дверь и попадаем в один из магазинов железнодорожного района. Два отдела, в одном из которых все полки богато уставлены алкоголем, от пива до крепких напитков. Только вот лицензии на его реализацию нет. Сразу после контрольной закупки в виде бутылки шампанского полицейские раскрыли себя. Продавщица решила признаться, что продала людям свою собственную бутылку. Моя бутылка. Я ее купила и продала. Мне нужно... Да, я купила бутылку. Где купила? С рук купила. Невооруженным глазом видно, что акцизная марка у проданной бутылки поддельная. Она находится справа. Голограмма на ней не переливается, хотя должна, как, например, на бутылке слева. В свою очередь, руководство магазина в лице семейной пары приехали достаточно быстро. Они объяснили незаконную продажу алкоголя тем, что только собирались приобрести лицензию после Нового года. А пока просто выставили бутылки на прилавок, чтобы было удобнее. Мы не работаем, мы не продаем ничего. Алкоголь мы не продаем. Вот у нас колбаса, молоко, рыба, мясо. Больше ничего. По правилам публичной оферты, даже законно приобретенный алкоголь не должен выставляться на прилавок без лицензии. Спустя некоторое время руководители магазина сдали свои позиции и погрузились в чувство вины. Я виновата, надо как-то... Вот, нельзя было так делать, надо было все оставить в коробках. У нас вообще такой первый раз, что-то нас прям бес попутал, честное слово. 20 лет мы работаем, у нас ни одного замечания никогда не было. В итоге огромное количество алкоголя изъято. Юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности, штрафу от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией алкоголя или без таковой. Это решит суд. В свою очередь, рейды будут продолжены. Перед Новым годом в суете люди все больше рискуют приобрести некачественный алкоголь. Если нет лицензии, нет и гарантии того, что продукция настоящая. Ведь отравление суррогатом – это не только удел алкоголиков. Хотя недавняя ситуация в Иркутске, связанная с массовым отравлением боярышником, взволновала многих россиян. Люди же используют препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Причину отравления в Иркутске наркологи видят в следующем. Содержит она 70% спирт. И алкоголики часто его выпивают сразу после приобретения, то есть не разбавляя. Естественно, не любой организм может выдержать такой удар. И второе, что скорее всего, да, это то, что партия алкоголя этого боярышника была, скорее всего, какая-то неправильная, паленая, да. Что касается Рязани, за год прирост алкогольных отравлений составил 184% по сравнению с предыдущим годом. И это не всегда боярышник. Первое, да, наверное, самое такое главное и легкодоступное – это стеклоочиститель. То есть они, алкоголики, разбавляют его водой, вот, добавляют туда соль, вот, и после этого через какое-то время употребляют. Вот. Сразу после употребления часто вызывается онемение горла, ну и часто употребление влечет за собой отравление сильное, вплоть до летального исхода. Кстати, в стеклоомыватели часто не этиловый, а метиловый спирт, и помимо желудка и печени страдают глаза. Люди могут ослепнуть. Среди прочих лакомств остается и тройной одеколон, в нем практически 80% спирта. Его также часто пьют залпом. Стоит сказать, на днях некоторые сайты интернета разместили информацию о том, что теперь и на парфюмерной продукции могут появиться предупреждения о запрете внутреннего употребления. Так что, возможно, алкоголики, умеющие читать и готовые принимать эту информацию к сведению, смогут избежать отравления.